Страйкбольная игра «Большие маневры». Участники поделены на две группы – диверсанты и федералы. Диверсанты состоят из четырех независимых подгрупп, каждая из которых играет против всех. Федералы состоят из двух независимых подгрупп и имеют возможность объединяться для выполнения некоторых задач. Цель диверсантов – подорвать максимальное количество точек, расположенных на территориях федералов, при этом соперничая с другими группами диверсантов. Федералы, в свою очередь, должны защищать точки и обезвреживать подрывные машинки, а также мешать конкурентам сохранять свои точки. Следующие кадры – это небольшой видеоотчет по игре от моего лица, поэтому будет много ходьбы по лесу, а также действия, которые вы можете счесть неправильными или нелогичными. Ошибки свои знаем и над ними работаем. Вся информация и ссылки в описании. Получится так, что мы... Какую точку пойдем? Вот. А, смотри, короче, суть... Конечно, могу предложить ткнуть куда-нибудь в середину. Ну давайте. Просто надо точка. Сказать этому Нику. Не, ему надо сказать, когда мы подойдем. Давайте на какую-нибудь, может, точку, которая рядом с базой, чтобы ее палить. Может быть, кто-нибудь туда будет подходить, и мы потом добьем ее. Проблема в том, что с базы сразу к нам выдвинутся. Подожди, первоочередь. Не, мы не пойдем на базу. Да даже точки. Это изобретение велосипеда. Бегаем, взрываем точки. Базу, если будем взрывать, то в самом-самом конце. Так я об этом и говорю. Давайте определимся, на какую точку пойдем. Удаление от базы и точку выбирать по возможности передвижения по дорогам. Давай 13-й вобьем. Если честно, ошляемся, что дурацкая. N55. Точка 70. Изначально у нас есть только координаты точек подрыва, которые нужно вбить в GPS-навигатор, чтобы понять, куда идти. Определившись с точкой, необходимо сообщить ее номер организаторам, и только потом уже двигаться на подрыв. Блять. Есть? Так, что делать? Крышку убрал, отщелкнул. Не рвануло, но... Сейчас, 10 минут. Крышку не трогают, да? Да, от бомбы все отошлись. В игре я выступал в роли сапера, поэтому носил подрывную машинку и устанавливал ее на точке. Да, туда и клади. Так, дальше двигаться надо по дороге, вот туда, пересекать перекресток. И там будет следующая точка, 14. Но там движение. Сейчас помечу. На подходе к 14-й точке мы встретились с группой противника.
сожалению, большая часть нашей группы была уничтожена, поэтому вернуться на 14-ю точку мы смогли только после возрождения. Что нужно сделать? Это поднять? Оттырить колпачок и тумблер. Все, 10 минут. Давай, давай. После подрыва точки мы выдвинулись по направлению к номеру 7.
с той стороны наши живые? Ну, они живые? Беда. Плохо. Давайте отходить. Отходить туда, наверное. Снова нашу группу уничтожили на подходе к точке, на этот раз окружив с двух сторон. Потеряв командование, мы решили отступить назад, но у нас это не вышло. Поэтому к точке 7 наша группа смогла выдвинуться только после выхода из мертвяка. Нор, Дима.
Точка дальше, Норд. Точка дальше. Я прохожу? Да. Норд. Там 20 метров. Да. Ну там база синих, слышь? Что, надо пробовать? Ну надо быстро все делать. Давай, подбегаем, ты открываешь рюкзак, вместе ставим. Бля, слишком хак. Это Дай нормально. Есть 10 минут. Обороняем точку? Да. Давай тогда назад отойдем. С той стороны, короче. Ахун? Принял.
Дим, с той стороны голоса. Контакт! Один убит там. Надо машинку забрать. Отходи! Отходи! Граната! Успешно защитили точку до подрыва, потеряв большую часть группы. Позже оказалось, что на самом деле это была точка 22. Нам засчитали ее подрыв, правда, общей ситуации это все равно не спасло. Далее мы отправились к точке 19. Часть группы осталась позади, чтобы отвлечь на себя внимание преследовавшего нас противника. Но в итоге он успел добраться и до нас. Поставить заряд на номер 19 получилось только после очередного выхода из мертвеца. Беги!
туда, значит. Какая она там, 19-я? Да, должна быть 19. Я завожу. Только еще. Достаточно спокойно нам удалось также подорвать точку номер 8. Принял. Это можно подальше.
Выключи. А? Выключи. Она включена. Надо, вроде. Все, дальше выдвигаться. Надо. Это была последняя точка, которую нам удалось подорвать. Итого 5 из 11 возможных. На пути к следующей мы вступили в контакт с противником. Снова с большими потерями. Ну да. На какую мы точку идем сейчас? Какой номер точки? Грейк, какой номер точки? Восьмой, так что же? Thank you.
на связи, живой. На той, где вас убили. Пытались, но их убили. Сейчас там контакт на дороге. По нам стреляют. Нас тут двое. За дорогой нет. На связи. Думаю, нет, там все пасут. Дим, это Билли, ответь. Я тут один остался. Да. Так мы вроде как раз с ним вдвоем были. Его убили. Да, живой, я отступил в лес. В сторону перекрестка? Да, я туда и двигаюсь, по лесу. С другой стороны дороги контакт. С другой стороны дороги. Принял, я двигаюсь по лесу параллельно на расстоянии где-то метров 20-30 от дороги. Я, возможно, сейчас сзади вас выйду. Я вышел на дорогу.
После воссоединения с группой мы предприняли последнюю попытку пройти до четвертой точки, но наткнулись на засаду. Через 25 минут закончилась игра. В итоге мы взорвали лишь 5 точек из 11, когда другие 3 диверсионные группы уничтожили максимальное количество. Игра для нас выдалась крайне неудачной, но не всегда все идет по плану. Победители в игре. Первая группа диверсантов, подорвавшая последнюю по счету 11-ю точку еще за 2,5 часа до конца игры. И северные, они же желтые, федералы, потерявшие всего 12 точек.